Да, и вот получается, что этот добрый джин взял, сделал телефон прямо из, целиком из золота. Ну, ничего, что он не работает. Главное, что он похож, что это похоже. Ладно, значит, вот так вот. Что мы видим? Гитара, которая действительно реально очень похожа на джаз-мануш гитару. Глянцевая. Все по размерам, все здорово выверено. Давайте замерим мензуру. Вот, сейчас посмотрим мензуру. 32,5. Мензура 65 сантиметров, 650. Вот такая голова здесь, без всяких этих лейблов. Вот такая головка. Колки а-ля цыганские такие колки с цветочками. Вот. Гриф такой, по-моему, из краснухи сделан. Накладка здесь, ну, походу розовое дерево. И окантовка пластиковая сделана. Тут тоже окантован корпус у нее. Окантовочка с белым кантиком таким вот. Симпатично все сделано. Глянцевое покрытие. Очень толстый лак. Значит, бридж из розового дерева. Струнодержатель такой. Хромированный, хороший, кстати. Ну, задняя дека и обечайки. Как было написано в описании, это техническое дерево. Я не знаю, что такое техническое дерево. Китайцев зачастую очень сложно понять. Но, скорее всего, это переклейка. Вот, дека из елки. Написано, что из елки. Ну вот, значит. Вот такая гитара сейчас. Ну, играть тонким медиатором на ней. Это неправильно. Толстого у меня, к сожалению, нет. Был где-то деревянный. Ну ладно, вот потолще я нашел. Потолще медиатор. Звук очень напоминает банджо. Такая короткая атака. То есть яркая атака и короткий сустав. И характерный такой гнусавый призвук. Хотя вот банка очень большая, но, видимо, из-за того, что вот это о-гол, маленькое отверстие. Очень такое эхо внутреннее большое за счет вот этой вот системы крепления струн. Почему-то взял китайскую мануш-гитару и сразу зазвучала китайская музыка. Удивительно просто. В общем, очень короткий звук у нее, сустейн такой прям очень короткий. Я, честно говоря, такое ощущение, что играешь на банджо просто, на банджо.
В общем, да, мне кажется, надо будет здесь переделать вот эту подставочку, сделать ее из черного дерева хотя бы. Вот, и гитара, вот по моим ощущениям, ну я вижу, что здесь она залита просто толстенным слоем лака, очень толстым, он ее, как говорится, сковывает, этот инструмент. Если бы этот лак, конечно, ободрать и покрыть ее шеллаком, было бы, наверное, лучше, конечно. Я не знаю, смогу ли я это сделать, как бы вообще, ну нет, я-то смогу, просто хватит ли у меня терпения на это, как бы сил. И стоит ли игра свеч? Ну, наверное, стоит, потому что дек все-таки из елки, как-никак. А то, что там зад из ламината сделано, ну, хрен бы с ним, подумаешь. Ну, и это самое, как ее... Накладка, она вообще не обработана никаким маслом, то есть она сухая абсолютно. Но, кстати, вот эта вот гребеночка, верхний порожек, по-моему, это из кости сделано все-таки. Костяной, что очень интересно. Вот. Вот такая гитара. Что я скажу, как, ну, конечно, изменять Джанго Рейнхардт, естественно, никакой, потому что у меня все пальцы на месте, и это, конечно, шутка, да, вот, но чтобы эта гитара хоть как-то звучала, надо прилагать огромные усилия, то есть буквально вышибать звук. Может быть, это потому, такое ощущение, что тяжело на ней играть, потому что медиатор все-таки должен быть толстым, вот, а толстый жесткий медиатор, он, как говорится, более сильно вышибает звук. Но если вы посмотрите, например, там таких вот цыганских гитарных королей, то вы увидите, что они реально там долбят по струнам очень сильно. То есть, ну, понятно, что у них инструменты хорошего качества. Здесь, конечно. В общем, может быть, эту гитару надо разыграть. Давайте я попробую переделать вот этот вот бридж. Поставлю новые струны. И, скорее всего, поставить нужно струн, наверное, потоньше, скорее всего. А может быть, и нет, не знаю. Я небольшой специалист в этих гитарах. Ну, я спрошу Диму Купцова, кстати, с которым мы организовали, значит, Gadget Band. Gadget – это не цыган, то есть не цыганский бенд, который играл цыганский джаз. Это было в 2005
по-моему, в 2004 году. В общем, в те года, когда мафия, игра «Мафия» была очень популярна, играли в нее все подряд. И тогда о цыганском джазе практически никто не знал. Здесь наши арт-менеджеры шарахались просто, когда ты говорил, что это цыганский джаз. Они были в ужасе и говорили: нет, 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 нам не надо, пожалуйста, не надо. Давайте мы без цыган, у нас тут другой формат и так далее. Вот. А если мы приходили, я помню, был случай интересный. Мы пришли в какое-то заведение, значит, на прослушивание. Там были такие ребята сидели, они бывшие военные, значит, хозяева этого заведения. Недалеко от Белорусской, значит. У нас тогда скрипач то ли заболел, то ли был в гастролях. Я попросил Сашу Лучкова, такого скрипача, который потом Learn Music вел. Learn Music, знаете, такую программу. Там, кстати, на этой программе выступал Гоша, Георгий Ешегашвили и Дима Купцов потом, но это было уже позже гораздо. Но, кстати, они познакомились именно через мою группу, вот Gadgets Band, потому что Дима уехал в Германию на работу там с Диксилендом полгода. Я позвал Георгия, вот, и мы с ним сотрудничали. Значит, потом Дима вернулся, потом они стали вместе как-то туда-сюда. Потом, в общем, эта движуха началась, у них у каждого потом своя. И все это выросло в очень большие, красивые такие проекты большие. Вот, в частности, Gypsy Sphere, например, такой фестиваль. Вот, значит, прослушивание было, и эти сидят, мужики, значит, слушают. Да, и, ну, мы взяли стульчики, сели, играем. Вот, и потом нам вопросы задают: а почему вы играете сидя? То есть, как бы, то есть, чем, я объяснил, почему мы играем сидя. Потому что таков стиль. Люди этого не знали просто-напросто. Ну, надо сказать, что Саша Лучков тогда подсуетился и как бы сделал все, чтобы мы туда не попали. А попала его группа. То есть, молодец, Саша. Кстати, если ты меня смотришь, привет тебе огромный. Ты очень предприимчивый чувачок. И ты как бы молодец. Да. Сделал тут бридж из черного дерева. Выровнял гриф. Он был с прогибом. Тут подшлифовал лады, опустил струны как можно ниже. И вот получилось такой. Ну, достаточно неплохо. И струны поменял на другие. Из меня такой Джанго Рейнхард. У меня я могу только ритм играть.
подписываемся на канал, ставим лайки. Вот такая Gypsy Swing гитара, Мануш гитара. Но есть мысль, конечно, ободрать здесь весь лак, потому что дека очень толстая. И сделать деку тоньше, тогда она будет звучать вообще шикарно. Все, пока.